Харди настолько демонов. Я была молода, влюблена и напугана. Но он пытается стать лучше ради меня. Идут торги за права на мою книгу. Я не хочу, чтобы люди читали про мою жизнь. Про нашу жизнь? В чем смысл наших страданий, если их нельзя обратить во что-то полезное для других? Она о прощении и о безусловной любви. Вот о чем на самом деле после. После? Это мой путь после встречи с тобой. Тебя арестуют, понимаешь это? Поэтому лучше беги! Ты бросил ее, когда был нужен, и сейчас ее губишь! После. Долго и счастливо. В кинотеатрах. С 25.